Доброе утро, дамы и господа. Я стою на разгрузочке в Байерне. Здесь я возле Буркирхен, Альтеттинген. Сразу вот здесь. У Бауэра стою, у фермера. Здесь у них такая большая биогазанляга, да? Газ они делают. Вот он на погрузчике берет и потом засыпает в этот контейнер, и отсюда она уже сама мешает сколько надо, так, добывает газ. Я привез им бочку под горячую воду. Здесь у них вот такой модуль стоит, печка греет горячую воду. Кран уже подъехал. Сейчас посмотрим. Так, ну что, пошла жара. Сзади уже транспортки, что ли, открутили. Дырочки все закрутили. Да, уже кран все зацепили. Сейчас посмотрим, что там. Теперь сзади уже на крану висит. Сюда она встанет, эта бочка. Уже все приготовили. Все, уже дырочки все закрутили. Сейчас они там. Погода огонь. Я когда с машины вылез, чуть не офигел, да? Смотрите. Еще чуть-чуть. И было бы. Если там посередине палец залезет, то нормально, да? Так, все, все открутили, приподняли. Вон-то сейчас они поставят, это все привяжем. Так, ну вот и все, разгрузился я. Сейчас посмотрим. Вова звонил, Аршинов, может, сейчас с ним встретимся. Вот так вот он там стоит. Все. Алга. Итак, доброе утро, дамы и господа. Сейчас встретимся с Вовой Аршиновым. Уже 100 лет его не видел. Вон он стоит в конце, с правой стороны, на бочке. Вот он с правой стороны стоит.
все, постояли, пообщались с Вовой. Ну, выехали, он на Италию едет, а я на Австрию. Нам получается здесь кусочек вместе ехать.